Мэр Магадана Юрий Гришан проверил ход ремонтных работ по адресу Пролетарская, 82. В феврале этого года ураганным ветром был нанесен значительный ущерб городу. Порывы ветра, достигавшие 33 метров в секунду, сметали все на своем пути. Исключением не стала и крыша многоквартирного дома. Незадолго до происшествия в 2020 году дом сдали в эксплуатацию после ремонта. Работы выполняла компания ООО «ТИС Бизнес-Строй» по заказу фонда капитального ремонта. Сейчас они же заново переделывают кровлю. Только теперь за ходом работ пристально наблюдают. Специалисты профильных ведомств муниципалитета в режиме реального времени контролируют ход работ посредством установленной на соседнем доме камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день фонд капитального ремонта, как мы считаем, ну, во-первых, он сорвал уже сроки. Мне было, как мэру, установлено в прокурорском предостережении, значит, закончить работы до 1 апреля. Они не закончены. В силу разных обстоятельств, то у них там с документацией, экспертизой, проблема, никого на самом деле в прокуратуре это не волнует. Ну, и вот сейчас то, что мне докладывают заместитель руководителя департамента ЖКХ, они вместе с техконтролем побывали на объекте, и я думаю, что мы свои как бы замечания отправим в фонд капитального ремонта, потому что есть вопросы, которые можно устранить сейчас в ходе производства этих работ с тем, чтобы не повторить той ситуации, которая была. Здание до сих пор продолжает находиться в режиме ЧС, утверждают специалисты. По словам главы города, осадки, в частности дождь, все еще представляют опасность. Могут пострадать квартиры на пятом этаже дома. Ремонт кровли на Пролетарской, 82, продолжается и остается на контроле у властей города.